Всем привет, мои хорошие! Открыла я сегодня купальный сезон. Посмотрела, что детишки у нас в деревне съездили, покупались. Говорят, вода очень теплая. Сходила к себе на озеро, ножки пополоскала. Поняла, что вода действительно очень теплая. И решила, думаю, надо съездить искупаться. Потом думаю, может быть, завтра. Посмотрела прогноз погоды и поняла, что дальше идет уже похолодание и дожди. Думаю, ну потом буду жалеть. И в итоге собралась. Сейчас уже практически 9 вечера. Приехала на это озерцо. Оно у нас здесь вот такое. Одно из озер, которые находятся в округе. Мелководье. И хорошо заходить в воду. И вода прогревается. Быстро дошла, накупалась. В такой веселой компании. Вот тут у нас небольшой островок посреди озера, его постоянно оккупируют чайки. Вот они тут борются за место под солнцем. И я тут вместе с ними плаваю. Красота! Сегодня где-то 27 градусов, наверное, было даже и 30. Сейчас, понятное дело, что уже где-то градусов 25. Вода изумительная, такая практически, как бывает в середине лета. Очень хорошо прогрелась. Жаль, что дальше идет похолодание, иначе бы, конечно, бы я бы уже купалась и купалась. Сегодня последний день весны. И я открыла купальный сезон. Ну, головастики плавают. Головастики. Все, мои хорошие, поехала я домой. Комары начали меня одолевать. Слава богу, еще оводов нет. А так... полная благодать. Всем хорошего лета. До новых встреч. Всем пока.